Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Бинда Саманитам Си Чайтанна Прабхум Банде Нита Ананда Саходитам Си Нанда Нанда Нанга Банде Радхика Чарано Дайам Гопи Джано Самаюктам Бинда Банам Манухарам Банчакалпатаруашакипасиндубхавача Патитананг Павонебхавишнавибхьо Намо Намаха Мукам Кароти Вачаланг Пангунланг Хетгирим Яткипатамханг Банди Парамаанандамадхам Биндавай Тулсидеббай Пиявай Кешвасача Шнавакти паде деви саттваттои намо нама Нараяна намаскитта норанча иванороттамам Девинг сарасватинг васам тато жайо мадира Шанкиртане Кришна катхопадеше Гаурия патрасья пракасане ча Садануракта гуру бхакти йокта Бхакти Прамадакша Джагод Барану Дейям Сада Парибхабхагна Мавиштадухам Титас Падам Сива Виранчанутам Сараням Витатихам Панутапал Бхабадипутам Банде Махапурушате Чаруна Равиндам Ятпада Паллавана Качанда Маничатая Виспуриджита кимапигабхавадушвадарси Пурнану рагра сасагра сармурти Сарадикамай када кипам карас Сри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддвайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхакта Бинда Сри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддвайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхакта Бинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Аджану ламбита бхужау канака бодато Шанкиртану капитару камала ятакшо Вишамбару дижавару джугадхарма пало Банде джагат приякару каруна батару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дипа Рупам Бхуктинча Муктинча Дада Синитам Бхавану Рупенна Саданаранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Бигуши Тобам Бхагам Нараяно Прияманангу Мада Парам Варанаси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги саджусшо бадане, Лакшмир жасча чавакшаси, Жасьясте хидай самби, Твам нишингамахам бхаджи. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама. Рама Рама Хари Хари. Яди те Хари Падо Сарожо Суда Расапана Парам
хидаям сататам, таджогьям катхасакалам бифалам, баджабодрум канону ранживидум. Гаурия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Чакур Прабхупад. Гаурия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Чакур Прабхупад, Рамахамса Джагадгуру сказал, что человек, который лишен анугати, подобен животному. Человек, который лишен общения с саду, подобен животному. Даже еще хуже. Потому что животным руководят его инстинкты. У него нет разума. Но мы, люди, им обладаем, поэтому мы можем... У нас есть право выбора, как действовать. В Бхагаватам Васишта Муни говорит, human being and animal all same. All activities almost same. They are also eating, they are also eating, they are sleeping, they are sleeping. В действительности животные и люди практически идентичны. Как у животных, у людей рождаются дети, они также едят, совокупляются. Есть лишь единственная разница. Люди наделены особым разумом, благодаря которому они могут различать, что есть хорошо, а что плохо, что делать следует, а что нет. И также люди могут достичь развития сознания, достичь его высшего развития. Human being, they can, if they want, they can. If they don't want, если человек хочет, он обретет такое развитие. Если не хочет, он уподобляется животному. In English we find one word. God helps them, those who help themselves. На английском есть пословица. Господь помогает тем, кто помогает себе сам. Same thing, according to Gita they are speaking. Нечто подобное говорит Гита. Они на самом деле извлекли эту мудрость из Гиты. Бхагаван там говорит, постарайся помочь себе сам. Постарайся выйти из-под влияния майи. Освободи себя. Потому что если ты сам этого не хочешь, как я могу тебя освободить? Прежде всего, необходимо искреннее желание. Желание «я хочу выйти из-под влияния майи». Но если вы не хотите, обусловленная душа имеет право свободы выбора. Поэтому гуру и вайшнавы не оказывают никакого влияния. Они не давят на душу, не заставляют ее. Потому что если они будут давить на человека, в таком случае это превратится в карму, а не в бхакти. Что делают вайшнавы, они показывают совершенный образец. Они показывают образец поведения, совершенства, следования всем предписаниям. И ученик, слушая харикатху от учителя, обретает вдохновение следовать ему. И благодаря этому у него появляется желание освободиться от влияния майи. Не позволяйте себе спускаться до самых низов. Не погружайтесь в депрессию, не призывайте ее в свою жизнь.
Депрессия в действительности бесполезна. У саду никогда не бывает депрессии, ни при каких трудностях, ни при каких обстоятельствах. Он может даже быть перед смертью, стоять перед смертью и знать, что в следующую секунду он оставит тело. Тем не менее, он не испытывает никаких волнений от этого. Этому есть свидетельство в шастрах. К примеру, Джадабарат, когда его поймали, чтобы принести его в жертву Кали, и уже подняли над ним топор, чтобы обрубить ему голову. Тем не менее, он нисколько не испугался. Он даже не сопротивлялся, он не спрашивал, что вы делаете, что я сделал, за что вы меня убиваете. Джадабарата Махарадж был спокоен, потому что он знал, что все прямым или косвенным образом, все, что не происходит, происходит по желанию Бхагавана. Возможно, сейчас желание Бхагавана таково, что я должен умереть. Примерно 30 лет назад я посетил где божество Бхадракали, где и хотели принести в жертву Джадабарату. Из этого самого божества вышла Деви, ужасно разгневанная. В руках ее был она вырвала меч из рук этих негодяев и убила всех их, отсекла им головы. Всюду была кровь. Это описывает Бхагаватам. А потом она отпинывала их головы. Как в футбол играли этими головами. Так вот, знаете, что даже Деви защищает вайшнавов. Всегда и при любых обстоятельствах. Поэтому в действительности Деви — это майя, это кали ма. Так вот, Кали ничего не может сделать преданным. Она хочет служить вайшнавам. Если вы думаете, что вы можете купить книги в магазине и изучать шастры, вы их никогда не познаете. Никогда в жизни. Потому что это возможно лишь по милости гуру. Это фундамент, благодаря которому вы сможете понять шастры и затем делиться этим пониманием с другими. Люди часто склонны размышлять, кто есть вайшнав, а кто им не является. Но уверены, что у вас есть право судить? Уверены, что обусловленная душа может решать, кто вайшнавом является, а кто нет? Возможно, ее просто обидели, один вайшнав ее обидел, а другой вайшнав, наоборот, был к ней благосклонен, и поэтому она решила, что тот, кто обижает ее, не является вайшнавом. Итак, люди могут говорить все, что угодно. Материальные люди, материалисты.
Но нас никак не должно это волновать. Так вот, если вы думаете, что дивья гьяну так легко обрести, просто читая книги, почему ее ни у кого нет? Или просто принять прибежище? То есть, если бы ее действительно было просто обрести, она была бы у всех подряд. Тем не менее, это крайне редкий случай, когда мы видим действительно ее присутствие в людях, в преданном. Ее редко обрести, сложно обрести, потому что главное, что необходимо для ее получения, это гуру крипа. Казалось бы, преданный живет в Мадхе, следует Экадаши, читает шастры, принимает прасад, совершает служение. Тем не менее, он никак не может обрести бхакти. Это происходит из-за того, что у него нет любви к Гурудеву. Если у него есть сильная любовь, это единственный критерий, благодаря которому можно обрести все. Balavan adaro yasuna sad guru padambuji. If somebody not having this kind of strong love unto a lotus feet of Guru Padma. Если у человека нет такой сильной любви к лотосным стопам Гуру Пада Падмы, он может выучить все шастры. So many things he can do, but still cannot get. И совершать много, казалось бы, служения, деятельности. Тем не менее, они не принесут своих плодов, потому что любовь к Гуру Пада Падме — это основной фактор, на основе которого мы сможем обрести осознание. Если бы я смог изучить Шримад Бхагаватам, так просто взять и осознать его. Как посмотрите во Вриндаване, повсюду и в Айодхе изучают Рамаяну, во Вриндаване изучают Бхагаватам и думают, что просто изучая эти шастры, запоминая их, я смогу их понять, постичь. Так думают тысячи людей. Они считают, что просто запомнив шастры, они могут давать лекции на их основе. Я могу лишь говорить то, что я чувствую в сердце, то, что я осознал сам. Все готовы давать лекции, но пока мы не примем прибежище садгуру, пока мы не изучим шастры под руководством чистого преданного, осознание не появится. В связи с этим я хочу привести один пример. One pandit, he think himself I am pandit.
Один ученый человек считал, что он пандит. Он был браманом. В Варанаси он изучил Веда, Веданту. Вернулся назад в свою деревню. После правления, после того, как закончилось правление британцев, в каждой территории правил определенный управляющий человек. Так вот, он обратился к царю. Гуру Махараш говорил, что многие приходят ко мне, но их целью не обрести Бхагавана. Они хотят получить саньясу или хотят чего-то еще, но на самом деле они приходят не для того, чтобы любить меня. Мне лично сказал это Гуру Махарадж. Они приходят сюда, чтобы заработать репутацию, чтобы потом они имели право сказать, я получил саньясу от Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджа. Кланитесь мне, давайте пожертвования. Часто Гуру Махарадж говорил это. Они изучают шастры не для того, чтобы зарабатывать деньги, не для того, чтобы обрести трансцендентное знание. В нашем обществе почитаются те, кто хорошо говорит, те, кто много знает, и те, кто умеет красиво говорить. Поэтому-то я и говорю, что мы не можем сами решать, обусловленные души не могут решать, кто является вайшнавом, а кто нет. Глупцы не могут решать. Пусть они сначала поймут, кто они сами, а потом судят вайшнавов. So this way, what happens? That pandit very much interested. He is learning this and coming back. He thought. Так вот, пандит вернулся в деревню и захотел снискать расположение царя. He is going to king. Rajan, I learned Vedanta everything from, you know, Varanasi everything. Он пришел и сказал: О, Раджа, я получил образование в Варанасе, а теперь хотел бы продекламировать шастры перед вами. Царь был очень благочестив и сам обладал небольшими осознаниями. В ответ он сказал: Пандиджа, ты можешь читать Бхагаватам вновь и вновь сам, но не декламировать их перед другими. По сей день ты не можешь читать Бхагаватам мне. Отправляйся домой и читай вновь и вновь. Спустя 6 месяцев пандиджи опять пришел к царю и сказал: я могу ответить на любой ваш вопрос, поэтому я могу вас обучать Бхагаватам. Но царь сказал: ты не получил милость Бхагаватам. Отправляйся назад, домой, изучай его, читай, а затем возвращайся. Этот пандит был крайне возмущен, думал,
как это так? Я все выучил, а царь меня тем самым оскорбляет, говоря, что я обладаю недостаточными познаниями. Но, конечно же, он ничего не мог сказать в ответ, потому что перед ним был царь. Этот пандит очень бедным. Он был очень-очень бедным. И в конце концов он понял, что я столько учусь, я все беднею и беднею, учил я Бхагаватам для того, чтобы разбогатеть. И в этот, ну, он понял, что все бессмысленно. И в тот момент он понял, что все бессмысленно. И ощутил отречение. Он увидел бессмысленность материального мира и сказал, я не могу больше жить в этом материальном мире. И так он отрекся от всего. И опять назад поехал в Варанаси и предстал перед божеством Вишванатха, сказав, возьми меня, я предаюсь тебе. Сел перед ним, сел перед ним и стал декламировать шастры. Я делал нечто подобное, когда по 8 часов я сидел и читал Бхагаватам один перед Сурья Бхагаваном на Сурья Кунде целыми днями. Чуть-чуть готовил, собирал пожертвования, собирал мадхукари, готовил и все остальное время проводил за чтением Бхагаватам, потому что тем самым я хотел удовлетворить Бхагавана. Я знаю, что Бхагаван смотрит, когда я пытаюсь удовлетворить Бхагаван. Также заботится в ответ обо мне. Царь заметил, что пандит никак не возвращается. Он послал гонца, чтобы узнать, что с ним происходит. Все стали искать, никто ничего не знал. В конце концов, один человек сказал им, что он отправился назад в Варанаси, потому что он ему стала неинтересна мирская жизнь. Тогда царь очень заинтересовался. Он захотел отыскать его там, в Варанаси. Долгое время искали и нашли его за уединением, за уединенным чтением Бхагаватам. Он плакал. И царь пришел туда к нему, предложил ему поклоны и сказал, «Пандиджи, теперь я пришел к тебе, чтобы слушать Бхагаватам. Но ты же сказал, что я не квалифицирован. А сейчас ты квалифицирован. Ты обрел милость Бхагаватам. Поэтому сейчас ты можешь рассказывать Бхагаватам. У тебя нет никаких желаний, поэтому я хочу слушать от тебя. Я сам оставляю свой царский пост и оставляю все и буду слушать от тебя Бхагаватам. Рамананда Рай просил Махапрабху, ты мог бы 10-12 дней провести со мной, чтобы очистить меня. А Махапрабху сказал, ну что ж говорить о нескольких днях, я хочу провести с тобой всю жизнь. Пойдем со мной в Нилачала Кшетру и будем там наслаждаться милостью расы Кришны. Can understand I'm a useless, I'm an idiot number one. They took best to keep on me. Когда Гуру Падма увидит, насколько я ничтожен, он прольет на меня свою милость. Когда он увидит, что у меня нет ложного эго, я сам понимаю свое положение, он автоматически даст мне милость, и мне не нужно будет просить его об этом. Возможно, я не вижу Гуру Махараджа, но он всегда со мной и все время способствует тому, чтобы я получал сознание. Position, my rank, my reputation all over the world, I'm a famous man, is nothing. All zero.
гордость, мысли о том, что я занимаю высокое положение в этом мире. Абсолютно бесполезны. Когда мы оставим тело, нам не помогут ни репутация, ни что бы то ни было еще из этого мира. Ничего, абсолютно ничего мы не сможем забрать с собой. Единственное богатство, которое может унести с собой душа, это бхакти, это любовь к Господу. Если вы забываете об этом, не приходите сюда, потому что это будет бессмысленно. Что я, как я смогу вам помочь, что я смогу вам дать в таком случае? Таким образом, просто читая Шримад Бхагаватам, милость его я получить не смогу. Точно так же и читая Чаритамриту. Для начала мне необходимо получить милость гуру. Пример этому есть в Упанишадах. Гурупад Падма поручил своему ученику Упамания служение пасти коров. Отправляйся пасти, а потом возвращайся с коровами. Возвращайся тогда, когда коров станет 100. У него не было с собой ни еды, ни питья. Иногда он приходил к своему гуру, кланялся. И гуру спрашивал: «Ты как, что ешь?» Он ответил: «Иногда я в деревнях что-то прошу, собираю пожертвования и ем». Гурудев удивился: «Почему ты просишь у кого-то еще? Ты должен просить у меня». Точнее, не так. Если ты собираешь пожертвования, ты должен приносить все, что тебе дают мне. И он отдал все, что насобирал. Спустя 1-2 месяца он опять пришел на даршан гуру. Тот спросил: «Похоже, ты очень хорошо выглядишь. Что теперь ты ешь?» «Ну, просто я собираю пожертвования, приношу вам, а потом я иду второй раз собирать пожертвования и уже беру себе». «Нет, нет, это неправильно. Ты должен отдавать мне все. Все необходимо отдавать Гурудеву». «Хорошо, Гурудев, пожалуйста, прости, я буду приносить и вторые пожертвования тебе». Спустя 2-3 месяца он вновь пришел к гуру, чтобы за его милостью. И гуру вновь спросил: «Как ты поддерживаешь жизнь? Ты опять выглядишь очень хорошо. Я пью молоко коров». «О, молоко коров, только телята могут пить его». Также у нас в Гошале мы не пьем молоко коров, мы все отдаем Бхактинат Такуру. Наша Гошала для служения, не для наслаждения. Итак, у тебя нет права пить молоко коров. Спустя еще несколько месяцев Упаманию вновь пришел гуру и же тогда сказал, что я питаюсь тем, что срыгивают телята после того, как они попили молоко.
А гуру сказал: «О, они очень милостивые, очень добрые, знают, что ты голодаешь, поэтому специально они делают это, срыгивают, чтобы накормить тебя. Больше не ешь этого». Все это время Гурудев проверял своего ученика. В конце концов, ученик пришел в полное замешательство. Он не знал, что теперь есть, чем питаться. Он стал есть какие-то растения, листья. Он был очень голодный. Съел каких-то листьев, они оказались ядовитыми. Из-за этого он ослеп. Ослепнув, он бежал по лесу и в конце концов упал в колодец. Оттуда стал звать Гурудев: «Гурудев, помоги!» Гурудев, конечно же, ничего не знал, но в конце концов он пошел на его поиски. Он искал его по всему лесу. Он звал его и в конце концов нашел. Как это произошло? Как ты оказался здесь? Я был очень голодный, ты сказал мне ничего не есть. Я тогда наелся ядовитых листьев. Гурудев достал его из колодца, обнял. Я не упомянул один важный момент. До того, как ослепнуть, Упаманию обрел Брахма-таттву. Его Агнидев, Брахма, не зашли к нему и наделили его этим знанием за его Гурусеву. По милости Гурудева, он вновь обрел зрение. Гурудев попросил Бхагавана об этом, потому что он ослеп из-за того, что служил мне, совершал служение мне. И то же самое произошло с Курешем и Рамануджачарьей. Рамануджачарья попросил божество, чтобы он вновь наделил зрением Упаманию, своего ученика, потому что тот лишился зрения из-за служения мне. Упамания попросил гуру: «Пожалуйста, надели меня знанием, познанием шастр». Гуру сказал: «Но ты же уже получил брахма-таттву, то есть знание шастр от Брахмы». А тот сказал, что нет, мне необходимо твои. Я хочу научиться этому у тебя. И тогда гуру стал читать, обрел осознание. Так вот, если мы кого-то видим, если мы видим, что преданный обладает тонким познанием шастр, это, несомненно, по милости гуру. Шлока, с которой я сегодня начал, очень важна. What speaking?
Бхактивинода Такур пишет, если вы хотите обрести расу, вам нужно оставить все материальные связи. Компромиссов между материей и трансцендентным не бывает. Я знаю, что для вас это будет крайне сложно, тем не менее, это необходимо. Отказ от материального необходим ради вашего же абсолютного блага. Итак, Гурудев не идет на компромиссы с учеником. Он не позволяет ему наслаждаться материальным миром. Так делают только материальные гуру. Но такие гуру не могут принести благо своим подопечным, своим ученикам. There is countless guru you can find. Countless guru, countless. Countless. Like jackal everywhere. You can get. But they cannot give you. They can only collect money. Billions of dollars. Some days before, some disciple, you know, speaking to me in foreign country, but is going to give us so crore rupees. Мне рассказали о том, что один ученик пожертвовал кроры рупий своему гуру. Is a very important thing. A sadguru can never make any compromise with matter and. Итак, садгуру никогда не идет на компромиссы с материей. Only this much tolerance, only this much tolerance given to you, provided you are very sincere and you are not cheater. What facility? You can make a bridge connection with material world and transcendental. Not that transcendental people, I mean the spiritual people, can jump into fire in the name of preaching. They cannot. In our society, just opposite happens. Outside people coming to take our acharan. Outside people coming from outside, they are spending lakhs of rupees. Материалисты тратят лакхи рупий для того, чтобы обучаться ситханте. Но что произойдет, если мы заинтересуемся материальной жизнью? К концу жизни вы можете осознать, что у вас миллионы долларов и ничего, кроме них, что все, что было у вас относительно бхакти, исчезло. Я много раз говорил, что западных преданных, к западным преданным необходим особый подход. Они готовы оставить наслаждение. They are ready to leave everything, provided you
При условии, что вы можете им что-то дать. Если вы, если у вас ничего нет, чем, что вы можете, как вы можете помочь другим? We are going to learn from this Avadhut Sannyasi that this, you know, that caterpillar I was speaking now. Так, вчера мы говорили о пауке, который расставляет сети, паутину, и в нее попадает насекомое. Удхавджи Махарадж, without taking birth second time, he becomes same looking like Krishna. Without taking birth. Usually we will take birth. Мы видим, что Удхавджи Махарадж еще при жизни стал, обрел облик, как у Кришны. Его тело было сияющим, подобно Кришне. А, точнее, изначально его тело было сияющим, но затем он стал в точности как Кришна. Его кожа стала темной. К тому же он носил одежды, которые Кришна хотел уже выбросить, как изношенные, но Удхава Махарадж брал и донашивал их. I already told some ghost or those who are demon everybody, not the rakshas, those are. They have some power to change their body. Like также, как мы знаем, ракшасы могут перевоплощаться, переменять свой облик. К примеру, как Путана, которая стала выглядеть как Лакшми, а до этого она была ужасно уродлива. Она приняла прекрасный облик. И благодаря этому, благодаря своему впечатляющему внешнему виду, она спокойно прошла в комнату Кришны, и никто не преградил ей путь. Она спокойно взяла Кришну на руки. Мама Рахини смотрела, она видела все, тем не менее, она не могла вымолвить из слова. Конечно, маму Ишоду и маму Рахини никто не может обмануть. Тем не менее, йога Майя устроила ситуацию таким образом, потому что если бы она этого не сделала, лила бы не произошла. Когда в этом мире происходят какие-то обманы, это из-за Маха Майя, а в лилах Кришны господствует йога Майя. When Ravan wanted to abduct Sita, he was not successful because he taken. Так же, как я говорил вчера, Равана. Казалось бы, похитил Ситу. Тем не менее, он похитил не настоящую Ситу.
Его брат говорил: «Равана, зачем ты принял одежды саньяси? Притворился бы Рамой, стал бы, принял бы его облик». Но Равана сказал: «Я же не глупец. Я вначале пытался следовать такому плану, просто принять облик Рамы, но когда я думал о нем, как только я начинал перевоплощаться, я больше не мог быть прежним Раваной. Мои порочные желания уходили. Я хотел оставаться таким, как я есть, но не получалось. И поэтому я отказался от этой идеи и просто принял одежды саньяси. Таким образом, медитируя на лотосные стопы Кришны и Харикатхи, что то есть одно и то же, медитируя на лотосные стопы Гуру и Вайшнавов, мы избавимся от наших пороков. Мы не сможем оставаться таким, как мы есть. Так вот, насекомое, которое поймано в паутину, в страхе, постоянно думая о пауке, само приобретает облик паука. Gopika, they are also speaking in Rasa Panchadhyaya. No chet bayam, we are going to leave body, dhane no yamo padayam pado shakete. If you are not going to accept us, we can give and... В Гопи-гите гопи говорят: если ты не примешь нас, точнее, это сказано в Бхагаватам: если ты, Кришна, не примешь нас, мы оставим свои тела и уже после смерти придем к тебе. Ты не можешь нас отвергнуть, ты же сам позвал. Somehow you have to consider your mind under lotus feet of Krishna. Keno upayenaha, keno opi upayena, keno upayenaha, manaha Krishna niveshaya. Is going common siddham. Even those demons, they are thinking about Krishna, can kill. Нарджи Махарадж говорит, что демоны, думая о Кришне, что могут убить его. So they are going. Now Abhadut Sannyas is speaking. My 23rd guru is spider. Мой гуру — это паук. How spider? That Sannyas, Abhadut Sannyas is speaking. Someday I speak very carefully. I say for a long time, I'm a spider. And some tile in from face, some liquid, and gradually making a network. Very nice. Я наблюдал за тем, как он плетет паутину. Even science and technology so advanced, they cannot make such a network. Даже современные технологии не могут произвести такую тонкую вещь, как паутина. Точно так же, как и пчелы не могут, как пчелы собирают мед, ученые не могут сделать ничего подобного. Чтобы получить мед, необходимо обратиться к пчелам. Сколько бы у вас не было денег. Точно так же, чтобы обрести бхакти, нужно обратиться к преданным.
Только саду может собрать суть шастр, сливки, собрать сливки с шастр и дать вам. Шукадева Госвами, простите, Бхактивинода Тхакур спахтал все шастры наших Госвами и преподнес их в сгущенной форме нам. Но мы настолько глупы и слепы, что не можем видеть сокровища, которые ждут нас. В обществе гаудиев, общество гаудиев настолько богато, что никакая другая сампрадая не может сравниться с богатствами, которые содержатся в Гаудии Сиддханте. Непостижимые сокровища. Тем не менее, мы не способны войти в Гаудия Матх, потому что для этого необходимы качества, которых у меня нет. Но когда мы войдем в Гаудия Матх, мы будем поражены. Ratnaga Singhasan, what I'm watching? This is Vrindavan. So from standing, they are all standing outside Gaudiya Math. I'm speaking so forcefully. They are all waiting outside Gaudiya Math, not inside Gaudiya Math. They can claim here. Те, кто не понимают сокровища Гаудия Матха, те не могут быть внутри него. Даже Майявади из Шри Сампрадая, последователи, подобное говорят подобное. К примеру, в Варанаси есть два главных института. Первый BHU, который был основан одним человеком, который обладал глубокой любовью к Прабхупаде. Он сам сказал, что я ни перед кем в своей жизни не склонялся, только перед Прабхупадой. А второй университет — Акханда Нанда университет. Так вот, стандарты первого института гораздо выше. Во время экзаменов студенты списывают во втором институте, точнее не так, можно на экзамене списать. Так вот, во втором институте я сам слышал, как ученики обращаются к
руководству и просили, чтобы те нашли того, кто бы смог обучать их Гаудия Веданте. То есть даже там они осознают, что Гаудия Веданта Но учителя говорят, давайте лучше изучать Рамануджа Веданту, потому что она очень распространена, но для Гаудия Веданты мало кто ее хочет изучать. Да, она самая возвышенная, тем не менее нет тех, кто хотел бы ее изучать. Мы хотим, чтобы в нашем институте работал профессор Гаудия Веданты. Тем не менее, мы не сможем найти учеников. Гаудия Веданта, Сиддханта, Сандарбхи — это самое возвышенное, что только может быть. В этом мире ничего, ничто могло бы сравниться с ними. Это непревзойденное сокровище Гаудия Матха, общество гаудиев. Тем не менее, кто готов воспринять его? You are from Gaudiya Math, you are from Gaudiya society. You should feel sorry for that. You should feel responsible for that. You should feel responsible. Why you are not getting interested? Why your society not getting interested? To learn this, whereas even Почему в нашем обществе никто не заинтересован изучать это сокровище? Бхактинат Такур, лидеры, это пишет Бхактинат Такур, ответственные лидеры за то, что сейчас сложилась такая ситуация, что I have no time today. So the spider is my 23rd. I saw is going to. Итак, паук мой 23-й гуру, он плетет паутину. And after the job is over, the reason for why make after this is taking everything inside. I can explain this point tomorrow. So go on. Продолжим завтра. And try to concentrate very. Jodi te hari padu saroj sudha. Расапану парам хидаям сататам, тежугам катаса калам бифалам, баджагодрум канано ранжи видум. I told you yesterday, you can remember. What I told? О чем я говорил вчера? Нигама калпатарур галитам фалам, нигама калпатарур галитам фалам, сукхам кат амрита дава санютам. Пивато бхагаватам расамалайам мухураха расика бхувибхавука. Бхагаван, Ишвати Мамба, Ванчатарбхагавас. If you like to cross over the material ocean, this life you get this facility. Если вы хотите пересечь материальный океан, у вас в этой жизни есть все возможности для этого. Не тратьте эту жизнь впустую.